Имена, названные отцом, это женатые пары? Три разные пары, пропавшие без вести. И все из разных городов? Разных штатов? Все верно. Вашингтон, Нью-Йорк, Колорадо. Все они путешествовали по стране. Никто не прибыл в точку назначения. Ни о ком больше не слышали. Страна большая, они могли пропасть где угодно. Да, могли. Но всем им предстояло посетить один город в Индиане. Во вторую неделю апреля. Три раза год за годом. Сейчас вторая неделя апреля? Да. Отец шлет нас в Индиану, чтобы мы истребили эту штуку, пока не пропала очередная пара? Точно. Нет, но какую работу он проделал? Сколько некрологов изучил. Вот профессионал. Что такое? Мы не едем в Индиану. Правда? Да. Мы едем в Калифорнию. Твой телефон определил? Код Сакраменто. Сэм. Дин, демон убил маму и Джессику. Отец вышел на него. Мы должны быть рядом, чтобы помочь. Отец этого не хочет. А мне плевать. Он отдал приказ. А мне плевать. Нельзя вечно делать то, что он говорит. Сэм, отец дает нам задание спасать людей. Это важно. Конечно, я понимаю. Поверь, я понимаю. Но речь лишь об одной неделе, чтобы получить ответы, чтобы отомстить. Сэм, я знаю, что ты чувствуешь. Знаешь? Когда погибла мама, тебе было 4. А Джессика убита полгода назад. И ты знаешь, что я чувствую? Отец сказал, это опасно для всех нас. Ему известно что-то, чего не знаем мы, и мы поступим так, как он сказал. Откуда в тебе эта слепая вера? Не понимаю. Ты подчиняешься беспрекословно. Да, потому что я хороший сын. А ты эгоистичная сволочь. Делаешь то, что тебе хочется. И плюешь на остальных. Ты так думаешь? Именно так. Что ж, эгоистичная сволочь едет в Калифорнию. Сэм, это не серьезно. Это серьезно. Сейчас ночь, а я уеду и брошу тебя здесь, слышишь? Мне только этого и надо. Прощай, Сэм. Thank you.